Набор для стартапа-массажиста. Самое первое – это массажная кушетка. В зависимости от наполненности кушетка может стоить от 4000 до бесконечности. Самая простая, без регулировки по высоте, без подлокотников и подголовников, стоит 4000 рублей. Второе, что нам необходимо – это место, в котором мы будем работать. Здесь у нас два варианта. Либо мы работаем в арендованном помещении, либо работаем дома. Еще есть третий вариант – это работа на выезде, но тогда ваша кушетка обязательно должна быть складная, да, она должна собираться в чемоданчик, чтобы вы могли взять ее с собой и поехать к клиенту. Кушетка для массажа в среднем весит от 10 до 20 кг. Если мы говорим о стационарной кушетке, то она весит от 25 кг и выше. Также для работы массажиста нужны одноразовые простыни. Они продаются в рулонах по 100 штук или по 20 штук. В среднем одна простынь вам обходится в 10 рублей. Если вы занимаетесь обертываниями, антицеллюлитным массажем, вам нужны одноразовые шапочки и одноразовое белье. Для работы массажиста необходимо масло. На одну процедуру уходит около 50 мл, это в худшем случае, поэтому процедура в среднем обойдется вам в 50, максимум 100 рублей. Для того, чтобы начать работу массажистом, первое, что вам необходимо, это массажный стол, второе – масло для работы и расходники. Также нужно не забывать, что у вас в оснащении должна быть аптечка, но это уже другая история.